«Вяжу солдату» – акцию с таким названием запустили общественники региона. Суть ее проста, а поддержка просто необходима. Как можно помочь, узнала Виктория Воронцова. Есть запрос, есть решение. Под таким девизом в Архангельске проходят мастер-классы по вязанию шерстяных носков. Незаменимый предмет как в суровых северных условиях, так и в других климатических зонах с переменчивой погодой. Тем более, что получателями таких изделий станут защитники нашей Родины. Да, с экипировкой в армии проблем нет, но поддержка в этом случае точно не будет лишней. Потребность возникла в связи с приближающимися холодами, а масс-маркет не предлагает на 100% натуральных вещей. Главный организатор акции – исторический центр Светланы Костык. У нас клуб связан с ремеслами, у нас люди все вяжущие, потом мы решили организоваться и из своих запасов повязать носочки. Пригласили со стороны людей, кто тоже вяжет, но был отклик от тех, кто не вяжет. Соответственно, мы решили запустить курс, обучающий вязанию, параллельно собираем шерсть. Чтобы стать участником доброго и полезного занятия, необходимо написать сообщение в группу ВКонтакте «Центры исторических ремесел» или позвонить по номеру, указанному на экране. Я пришла, конечно, по абсолютно доброму волеизъявлению, потому что это люблю занятия, во-первых, потому что я узнала об этой акции, я готова к ней присоединиться. И вообще надеюсь, что здесь что-то еще и почерпну, то, что подзабыла. Кстати сказать, ну хочется быть полезной. Если вы тоже хотите совершить полезное дело, но все же не готовы брать в руки спицы, можете помочь материалам. Речь про натуральную шерсть. Вас ждут по адресу Троицкий, 94, 2 этаж, 10 кабинет. Виктория Воронцова, Светлана Михеевская, регион 29.